Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхам. На этой неделе мы вместе с вами продолжаем изучать 15 главу книги Деяний апостолов. На очереди ее вторая часть. Я напомню, что в предыдущей части мы с вами говорили о том, что перед апостолами была поставлена задача найти ответ на вопрос, что должны соблюдать уверовавшие из других народов в Иешуа, а что они соблюдать не должны. Было мнение одних, которые говорили, что они должны соблюдать, обрезываться и все остальное. И было мнение других, которые говорили, что нужно что-то другое. Я подчеркну, что здесь сейчас речь идет исключительно о тех, кто уверовал в Иешуа из других народов, то есть из язычников, не из еврейского народа. Ибо о тех, кто уверовал из евреев, мы будем говорить об этом отдельно. Итак, когда собрался первый собор, они долго и много об этом говорили, дискутировали, выступал Шимон, выступал Шауль, каждый излагал какие-то, приводил какие-то доводы, какие-то идеи высказывал. И вот в 20 стихе мы с вами читаем такие слова. Эти слова, по сути, произносит Яков, человек, который, будучи сводным братом Иешуа, был наставником и руководителем первой Иерусалимской общины. Достаточно сказать, что сам факт, что он является, по сути, председательствующим на этом собрании, на этой встрече, говорит о том, что его авторитет среди верующих был весьма велик. Итак, 20 стих. «Лучше написать им письмо, предписывающее им воздерживаться от всего скверного идолами, от блуда, от удавленного и от крови». По сути, идея такая, что для тех людей, которые уверовали, которые приблизились, только пришли к Господу, не нужно на них возлагать никакие особые ограничения, кроме вот этого перечисленного. И здесь, естественно, возникает сразу вопрос, а откуда вот эти пункты, которые перечислил Яков, взялись? И первое толкование первый ответ на этот вопрос звучит так. В иудаизме существуют грехи, заповеди, которые нельзя нарушить даже под страхом своей собственной смерти. Это идолопоклонство Аводазара, блуд Диврей Раот, пролитие крови Шлехут Дамим, здесь подразумевается так называемое предумышленное убийство, если говорить юридическим языком. И в нашем тексте находится еще невеля удавлена. Интересно, что невели нигде в других источниках нет. Именно в отношении вот к этому вопросу, что нельзя это нарушить даже под страхом смерти. Почему толкователи считают, что источником для решения Якова было именно таковым? Дело в том, что эти заповеди, которые внушались человеку, который принимал прозелитизм, то есть принимал гиюр, как мы это говорим на еврейском языке, обращался в иудаизм. Вот это одно из первых, чему ему учили, ибо, как я уже сказал, эти заповеди относились к категории тех, которые нельзя нарушить даже под страхом своей смерти. Еще одно толкование на этот текст происходит из того, что Бог в свое время, когда заключал завет с Ноахом, сказал Ноаху. Если коротко, идея звучит так. Когда Господь заключал завет с Ноем, Он даровал ему заповеди. Эти заповеди имеют отношение ко всему миру, ко всем людям, живущим на земле, ибо все они являются потомками Ноаха. Потом Бог, когда создал еврейский народ, Он добавил ему еще заповеди, но эти заповеди имеют отношение только к еврейскому народу, судя по этой логике, а эти заповеди, которые сказаны Ноху, имеют отношение ко всем. На сегодняшний день таких заповедей насчитывается ровно 7. У меня есть урок, посвященный 7 заповедям Ноя, я не буду в это углубляться, просто дам ссылочку. Надо заметить, что вокруг 7 заповедей Ноя в мессианском иудаизме есть немало споров и дискуссий. Почему? Потому что, во-первых, нету древних источников, которые говорили бы о том, что их было ровно 7.
они находят свое отражение в Талмуде, с одной стороны. С другой стороны, сегодня появились рабаним, которые там уже расписали их до 150. Я не хочу углубляться в это все. Давайте, если мы смотрим хотя бы на пшат, то есть на прямое понимание текста, руководствоваться именно тем, что Бог сказал непосредственно Ноху. И если мы сравним это с тем, о чем говорят апостолы, то мы увидим, что там нет большого различия. А существующие различия могут быть списаны на то, что это разные языки, например. Да? И опять, я выбрал в свое время эту точку зрения по одной простой причине. Потому что мне нравится идея, что в своем решении апостолы руководствовались именно Торой, а не какими-то другими источниками. На самом деле, не факт, что я прав, и я прекрасно даю себе отчет в том, что и другие точки зрения на эту тему могут существовать. Еще один момент, на котором я обязательно хотел сегодня упомянуть, а именно я бы отделил на самом деле заповеди Торы от традиций. Сегодня очень часто люди, которые говорят о том, что уверовавшие из других народов должны соблюдать всю Тору, подразумевают на самом деле не Тору. Мы должны на минуточку вспомнить, что две трети заповедей Торы, они имеют исключительно храмовое назначение. И в отсутствии храма их исполнять невозможно. В еврейском народе сформировалась традиция, которая позволяет как-то жить в условиях отсутствия священства, отсутствия храма, долгое время жизни вне земли обетованной. Именно поэтому, если кто-то сегодня стремится соблюдать пасхальную или совершать пасхальную седер, так как это предписано у еврейского народа, должен помнить, что это не закон. Невозможно сегодня совершить правильный седер Песах, ибо нет пасхального ягненка. Вы не можете 14 числа месяца Нисан приехать в Иерусалим, дабы принести его в жертву в храме. Сегодняшний пасхальный седер, пасхальная агада, это скорее воспоминание об утерянном и надежда на будущее, что Господь когда-то, как Он и обещал, вернет храм еврейскому народу и восстановит храмовое священство, и восстановит жертву. То же самое можно сказать про другие еврейские праздники. Йом-Кипурим. Нету ни двух козлов, ни других жертв. Когда мы на Йом-Кипурим молимся, судный день, как он называется по-русски, у меня есть урок ему посвященный, я дам ссылочку. Так вот, когда мы в судный день молимся молитвами, которые называются слихот, что значит извинительные молитвы, это не потому, что молитва может что-то изменить. Это потому, что мы надеемся на то, что Господь проявит к нам свою милость, хесед, как это называется на еврейском языке. И если Господь его проявит, то Он даст нам лет жизни. Еще раз подчеркну, нет смысла для уверовавших из других народов каким-либо образом соблюдать еврейские традиции. Это может быть красиво, это может быть интересно, но оно лишено смысла. Интересно, что в следующем уже стихе мы с вами читаем такие слова, которые говорит Яков. «Так как с давних пор в любом городе есть люди, проповедующие Моше и его слова, читающие в синагогах каждый шаббат». Интересно, почему он вдруг здесь заговорил об этом? Возможно, вы слышали, есть такая агада, притча. Однажды Презилит пришел к Шамаю. Шамай – это такой очень известный в древнем мире учитель Торы, можно сказать, основатель большой школы по изучению Торы. Так вот, Презилит пришел к Шамаю и попросил: «Научи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Шамай сильно на него рассердился и выгнал его за шею. Тогда Празелит пришел к другому учителю Тору, которого звали Гилель, тоже очень великий, известный в древности учитель, цитаты которого мы можем найти в Талмуде, и сказал ему: «Научи меня». И Гилель сказал ему: «Вся суть Торы – не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе». Интересно, что часто в этой цитате здесь ставят точку, но на самом деле она имеет продолжение.
Остальное в Торе, комментарий, иди и учи. По сути, решение апостолов на том соборе было именно таковым. Они дали вот эти четыре правила, оставим за скобками дискуссию, откуда они их взяли, и указали людям на Тору, которую нужно изучать. И по сути, если человек действительно был с Иешуа, действительно уверовал, мы с вами знаем, и это подтверждается исторически, что еще почти два века еврейский народ и уверовавшие в Иешуа из разных народов, в том числе из еврейского народа, ходили в те же самые синагоги, участвовали в том же самом литургическом служении, слушали те же самые тексты Торы, а значит, были наставляемы. И очень многие говорят, и я склонен с этим соглашаться, что если вдруг Господь открывает тебе, изучая Тору, что ты должен что-то делать, ты должен это делать. Но я подчеркну, если Господь тебе откроет, если ко мне, например, приходит человек из другого любого народа и говорит, должен ли он соблюдать шаббат, я очень часто езжу за границу и с такими вопросами сталкиваюсь. Я говорю, нет. Почему? Потому что если человек задает этот вопрос, он не понимает, что такое шаббат, и ему не надо его соблюдать. Когда ему Господь откроет, что такое шаббат, тогда он сможет его соблюдать или не соблюдать, в зависимости от того, что ему Господь откроет. Я не буду говорить подробно о шаббате, у меня есть этому посвященный урок, дам ссылочку, вы можете посмотреть этот урок. И я прекрасно понимаю, что если человек задается вопросом, это значит, Господь ему ничего на этот счет не открывал, а значит, оно ему не нужно. Сам факт этих сомнений показывает на то, что Господь ему ничего подобного не открывал. 29 стих. «Воздерживайтесь от идоложертвенного, и крови, и удавленной, и блуда, и не делайте другим того, чего не хотите себе. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Интересно, что именно в финальной версии, которая была понесена апостолами дальше в общины, и мы с вами в конце этой главы читаем о том, что они с этим дальше путешествовали, содержит в том числе цитату из Гилеля. Я хочу напомнить, что апостол Шауль, который учился у ног самого Гамалиэля, который в свою очередь был внуком того самого Гилеля, да, по сути и был тем человеком, который понес эти идеи дальше к уверовавшим не из израильского народа, из других народов. Вот такие мысли есть у меня по поводу решения Иерусалимского собора. Я надеюсь, они кому-то из вас послужат во благо. Да благословит вас всех Господь. Бешем Йешуа Машиах. Аминь.